Всем привет, вы на канале Мисси Кэтч, меня зовут Александр, и это 93-й день, как я изучаю английский язык. Продолжу изучать. Так, остановился на 7-м разделе прокачки навыков. Ну, я могу только еще один навык прокачать, а потом перейду на раздел 8. Так, ну погнали, одно задание, да. Совет, повторяйте каждое слово вслух. Именно этим я и занимаюсь. Два гамбургера. Так, это подчеркнем. Как это будет? Two hamburger. С. Two hamburgers. Так или нет? Я думаю, так. Жарко сегодня. To hamburgers. Hamburgers. To hamburgers. Это мой любимый спорт. This is my favorite sport. This is my favorite sport. Будет так. This is my favorite sport. This is my favorite sport. Так или нет? Повторяй за мной. This is my favorite sport. Это мой любимый спорт. Так, отлично. Вроде как справляюсь. О, моя старая кошка играет много. Oh, my old cat. Что она делает? Plays a lot. Я прошлый раз написал to plays. Оказалось неверно. Значит, сейчас надо написать plays. Plays a lot. Oh, my old cat plays a lot. Теперь здесь пишем. Oh. My old cat plays. Не оглушаем звонкая буква. Plays. Что-то я пишу не то. Plays. Вот так. Oh, my old cat plays a lot. Как-то так. Oh, my old cat plays a lot. Верно. Ой, Мурка любит джаз. Как там у нас ой пишется? Кажется, вот так. Ой. Мурка любит. Loves. Jazz. Играет, любит, plays, loves. О, Мурка loves jazz. Восклицательный знак. Не забываем. Так. Ой. Мурка likes jazz. Мурка. Напишем loves для разнообразия. Потому что и loves, и likes сюда подходит. Мурка loves jazz. Так или нет? Мурка loves jazz. Другой вариант. Мурка likes jazz. Да-да-да. Этот ресторан приятный. Идет запись. Идет. Куда денется?
this restaurant. Rent is nice. Так или нет? Этот ресторан, this restaurant, this restaurant is nice. Точка. Верно. Анна, ты любишь хип-хоп? Кто-то спрашивает Анну. Это вопрос. Значит так. Анна, тебе нравится? Do you like? Do you like хип-хоп? Хип-хоп. Вопросительный знак. Anna. Она такая, what? Чего? Anna, иди сюда. Do you like hip-hop? Do you like hip-hop? Вопросительный знак. Anna, do you like hip-hop? Она говорит, no, I like jazz. Моя дочь любит хоккей. My daughter опять, ну тут напишем likes для разнообразия. My daughter likes hockey. Точка. Моя дочь. My daughter likes hockey. Hockey. My daughter likes hockey. Верно. Шарик играет много. Кто такой этот шарик? И зачем он много играет? Шарик. Plays a lot. Так или нет? Шерик. Ох, этот Шерик. Он то friendly, то plays a lot. Как там? Шерик, вот так. Шерик plays a lot. Шерик plays a lot. Верно. 20 очков, идите сюда. Только зачем мне они, непонятно. Ой, шарик очень славный. Опять шарик. Ой, это у нас вот так. Ой. Шарик is really. Really славный. Cute. Славный вроде cute. Ой, ау. Ау, Шарик is really cute. Вот уже Шарик и cute, и friendly, и plays a lot. Так. Ау, ай. Ой, ау. Шарик is really cute. Что интересно, написать cute без и будет cut, резать. А с и уже славный. Oh, Шарик is really cute. Верно. О, ваш ресторан приятный. Ваш — это your. Не забывайте, то я все время путаюсь. Our. Наш. Так, о.
ваш your restaurant rent is nice. Is nice. Точь. Восклицательный знак. На секундочку. Oh. Your restaurant. Your restaurant is nice. Oh, your restaurant is nice. Извините, я бы хотела 2 гамбургера. Excuse me. Excuse me. I would like 2. С этого мы начинали. Первое предложение. 2 hamburgers. А теперь как они его усложнили в конце. 2 hamburgers. Хорошо работают. Excuse me, I would like 2 hamburgers. Говорит нам Люси, кажется, зовут ее, да? Эту старушку. Так. Извините. Excuse me. I would like 2 hamburgers. Excuse me, I would like 2 hamburgers. Я бы хотела 2 гамбургера. Моя кошка любит хип-хоп так сильно. Моя кошка, my cat. Опять там кто-то плачет за окном. My cat likes hip-hop so much. Восклицательный знак. My cat likes hip-hop so much. Вот так. My cat likes hip-hop so much. My cat likes hip likes или likes, и ну тут s, ла, тут явно s. Loves там z, likes s. My cat likes hip hop so much. Моя кошка любит хип хоп так сильно. У меня тоже есть кошка, да? У меня тоже. Как это будет? А как это будет? У меня тоже есть... Что-то я забыл. У меня тоже есть кошка. I also. Да? I also have a cat. Что-то я забыл совсем. У меня тоже есть кошка. У меня это I also have. У меня тоже есть a cat. I also have a cat. Ну, мне кажется так. I also have a cat. Да, I also have a cat. Что-то я такого... Давно такого не было. У меня тоже есть кошка. I also have a cat. Ну да, I have, у меня есть. I also, у меня тоже есть. А cat это...
Это экет. Далее. Прекрасно. Шахматы классные. Это как там? Чиз. Чес. Из скул. Так. Чес из скул. Да? Чес из скул. Так будет. Ну, шахматы, чес, и скул, классно. Смотри, верно. И я тоже люблю петь. I also loves. А вот тут ту поставим. To sing. А почему? Потому что... Синг сможет, а не, ну син петь. Потому что два глагола. I also loves to sing. I also loves to sing. Так или нет? Я тоже I also люблю loves петь to sing. Хрен там. А, ну какой же loves? Ну что ты тупишь? Тут же вот I стоит. Ну что ж, какой же loves? Если love просто. Ну я это мог знать, я это забыл. Почему loves? Было бы она тоже любит петь. Было бы she also loves to sing. Давай посмотрим. Давай тут напишем. С она. Хотя тут они и ошибки воспроизводят. I also loves to sing. Да. А ну давай скопируем, вот так вставим, проверим. Да, верно. И тут тусин было бы тоже. Ну, прекрасно. Но это я знал, это я знал. Бейонсе очень... Этот Бейонсе, конечно, хрен напишешь. Бейонсе очень любит петь. Так пишется Бейонсе. Я не помню. Beyonce, ну это очень, ну это really понятно. Really любит, loves to sing тоже. Вот Beyonce, как она пишется? Beyonce. Ну ладно, попробуем. Beyonce. Beyonce. Может, вот так и похоже. Си Бейонсе. Похоже. Бейонсе really loves to sing. Так. Beyonce really loves to sing. Смотри, еще и правильно написал. Beyonce. Прям вообще хорошо. Ну, тут да, можно likes, можно loves. Запомнил, смотрите-ка. Beyonce эту. Ой, это славная кошка. Ой. This из славная кошка. This is cute cat. Так или нет? Тут is ставить надо или не надо? Но глагола нет, я думаю, надо. This is cute cat.
Точно так. Ой, это вот так вот. Oh. This is cute cat. Oh, this is cute cat. О, еще и поставить надо. Ну да, это я тоже мог знать. О, oh, this is a cute cat. О, я тоже люблю петь, смотрите-ка. Это повторение пошло. I also like to sing. А потом будет, ой, это славная кошка, да? I also like to sing. Да? Я тоже люблю петь. I also like to sing. И теперь, ой, это славная кошка. Ой, запятая. This is a. Ну это я могу знать. Ну это я знаю. This is a cute cat. This is a cute cat. Верно. Давай напишем и здесь. Давай закончим. Oh. This is a cute cat. И потом I also loves. Ага, loves. Loves to sing. Я тоже люблю петь. Все, погнали. Вернее, закончили. Один линго, 93 дня в ударе. Не, в другой раз у меня уже линготы закончились. Так, ну, хорошо. Накоплю линготов, докачаем навык. Что там по времени? Ну, давай пройдем раздел 8. Начнем. 8-1. По быстрячку. Да? По быстрячку пройдем раздел 8 или нет? Как ты считаешь? Паста. 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 П. Паста. 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 I want bread and coffee for breakfast. Так, I want bread and coffee for как пишется breakfast? Breakfast. Две A. А, почти. Вот так. EA. Break. EA fast. Я забыл уже. Теперь вспомню. Breakfast. Я тоже. Не, я хочу хлеб, значит, и кофе на завтрак. Просто хлеб, там лучше бы капкейк. Что в переводе торт в стаканчике, в чашке. Торт в чашке, дословно. Капкейк. Торт в чашке. Так, я хочу хлеб и кофе на завтрак. Мясо. Это meat. Мы помним. Мясо. Meat. Meat. Do you like Russian food? Do you like Russian food? Тебе нравится русская еда? Do you like Russian food? Do you like Russian food? Sent. Sent. Так. И близко не так.
Вот так. Сент. Что такое сент? Я не знаю. Надо узнать. Сент. Отправлять. Ну. А тут сент. Сент. Отправил. А сент отправ... Ага, интересно. Сент отправил. Ха-ха. Оно еще и созвучно. Сент. Отправил. А сент отправлять. Понятно. Сент. Sent. Отправил. My Прекрасно. son really likes American food. My son really likes American food. Мой сын очень любит американскую еду. My son really likes American food. Так, я. Ну это просто. Это I. Молоко. Давно молока не было. Milk. Доктор. 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 Вы. Ну это я. Это you. Обед. Обед это lunch. Дин это ужин. Lunch. Так, you, You, вы, я, I, доктор, doctor, ланч, lunch, обед, milk. milk, молоко. Do you like Italian food, Sophia? Тебе нравится итальянская еда, София? Do you like Italian food? Italian, так? Italian food, София. А, ты любишь, значит, итальянскую еду, София, да? Признавайся, София. Любишь? Яйцо. Egg. Официант. Сервер. Балет. Балет. Птица. Птица. Bird. Семья. Family. Так или нет? Балет. Ballet. Сервер. Server. Официант. Egg. Egg. Яйцо. Family. Family. Семья. Bird. Bird. Птица. My favorite food is bread. Моя любимая еда. Чего? Хлеб? В принципе. My favorite food is bread. Так или нет? My favorite food is bread. Хлеб. Погнали. Друг. Friend. Папа. Dad. Масло. Butter. Яблоко. Apple. Соль. Солт. Солт. Погнали. Friend. Friend. Друг. Apple. Apple. Яблоко. Butter. Butter. Масло. Dad. Dad. Отец. Солт. Salt. Соль. Далее. I would like a bagel for dinner, please. Я бы хотел бублик на ужин.
пожалуйста. I would like a bagel. Не, там AE. Вот так вот. Bagel for dinner, please. Точка. Да? I would like a bagel, AE, чередуется for dinner, please. Я бы хотел бублик на ужин, пожалуйста. Я бы хотел бублик на ужин, пожалуйста. No, thank you. I rarely drink white wine. No. Thank you. No, thank you. Что там? I... I really... Да, все верно. AE. Rarely drink white wine. White wine. Нет, спасибо. Я редко пью белое вино. Да? А ну-ка. No, thank you. I rarely drink white wine. Да. No. No. Что-то я, блин, запутался с этим thank you. Всегда писал через A, а тут на тебе через I. No, thank you. Thank you. I rarely, rarely. Редко. Drink. Drink. Пью. Wine. Подожди. White, white wine. Wine. Белое вино. Нет, спасибо, я редко пью белое вино. Rarely. Да. А, чё там? I'm hungry. Я голоден. I'm hungry. Hungry. Я голоден. Mom and Dad, do you want spicy food? Mom and Dad, вы любите острую еду? Вы хотите? Или любите? А ну-ка. Mom and Dad, do you want spicy food? Да, do you want spicy food? Spicy food. Так, опа, мам. Мам. And Dad. Do you want spicy food? Так, I eat fish. Я ем рыбу. I eat fish. Ага. Что-то я придумал писать две и. I eat fish. Я ем рыбу. Максим, do you want pizza? Максим, ты хочешь пиццу? А? Максим, do you want pizza? Максим, do you want pizza? Все, достаточно. Неплохо так позанимался сегодня. Довольно неплохо. Это был чего? Раздел 8.1, да? Прекрасно. Завтра будет 8.2.
это на завтра. А на сегодня все.